Друзья, всем привет! Иду я сегодня на рыбалочку. Взял свои легендарные крокодилы, удочки. И попробую половить сегодня карася. А что из этого получится, увидите в этом ролике. Так, и наконец-то я пришел на речку. Смотрю, рыбаков очень мало. Думаю, шансы сегодня есть занять хорошее место. Вот, смотрите. Вот, ну, примерно такое место интересное, но надо пробовать. Будем пробовать, значит. Друзья, только забросил и сразу же клюет на два спиннинга. Это очень интересный и хороший знак. О, друзья, микрокарась, блин, упал в воду, а. Со второго заброса так хорошо взял.
Ох, друзья, что-то хорошее село. Сейчас посмотрим. Вроде бы карась. Точно карасик. Так клюнул вообще. Красота. Вот, смотрите. Наконец-то закончился ливень. Я оставил две удочки и клевало очень хорошо, как бы. А что село, непонятно. Сейчас пойду посмотрю.